Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Ну что, начнем, пожалуй, с открытия паков. Поехали, бесплатно. Так, 6 монетодина. И вот она, моя вкусняшка. Так, шепот смерти. Понятно, древоруб, отлично. Громель. И пошли у нас с тобой ресурсы, но меня интересуют руны. 5. Так, совсем-совсем, ребята, осталось немножко. Последний шанс, конечно, отказываемся. Я ничего не собираюсь здесь приобретать у вас. Ну что, и надо будет глянуть рекламку для еще одного пака. Опять же 6 монет. И тут у нас ресурсы: 2000 рыбы, бревна. Так, и еще 10 рун. Так, ну что я тебе скажу. Остается 14 рун получить, и мы с вами, друзья мои, купим дракошу. Ну, а пока давай, наверное. Так, что тут за фризы такие маленькие? Так, водорез у меня прокачался. Получает 16 уровень, но этого мало. Кстати, подожди, 155 тысяч рыбы у нас. А что я могу сделать за рыбу, а? Ну-ка скажи-ка мне на милость. Что я могу сделать? Только лишь прокачать драконов и все. Ладно, давай соберем с тобой все ресурсы. Так, где-то еще, ага, тут. И вот тут. Так, улучшить. Мы с тобой что-то, ага, вот здесь. О, прекрасно. То есть теперь мы сможем с тобой добывать еще больше рыбы, потому что больше драконов может ее добывать. Ну-ка проверим. Раз. К примеру, да? Два. Три. Три. Четыре. Подожди, четыре. Четыре. Так. Четверо, по-моему, да? Это максимальное количество. Ну-ка, сейчас посмотрим. Пять. Пять драконов у нас уже добывает рыбу. И... Пять драконов, ребята. Это, кстати, очень круто. Ну, а остальных мы с тобой отправляем, естественно, за бревнами. Пускай ищут нам деревяшки. Так, подожди. Тебе. Так, древоруба отправим и... Ага, все. Тут только четверо можем. Ну что же. Тогда, ребята, копим с вами ресурсы. Нам нужно древесины и очень много. Так, тут мы выполнили какие-то задания. Так, и получаем еще с тобой янтарь. Замечательно. Так, что нам дальше? Идти, что ли, на арену? Кстати, кто-то сказал: Рэй, если ты хочешь узнать, когда тебе дадут легендарного динозавра, типа дракона, посмотри, что требуется. Я смотрел, ребята, выполнить обмен зеленой смерти. Ты знаешь, что это такое, да? Обмен зеленой смерти. Сейчас я тебе покажу. Смотри, что нам нужно. Беззубик должен быть 30 уровня, плюс 30 вот таких вот орнаментов. Я не знаю, что вот это такое, 5 штук. 5 лопаток, 5 четок и 3 вот эти вот штуки. Чтобы получить хотя бы одну, нам нужно с тобой, драконам, назначить, чтобы они добывали рыбу в течение 7 дней. Как видишь, они только 5 дней у меня добывают. И это я получу всего лишь одну такую штуку, а их нужно 3. Ты представляешь, это еще потом 7 дней и еще 7 дней. Это, короче, до посидения, блин, наверное, проще было бы купить. А я что, не активировал? Вот я дурень, в свое время не активировал пак на открытие. Ай, так, ну что, я, знаешь, что хочу попробовать сейчас? Пойти и еще раз подраться. Подраться там, где мы уже были. Это в событиях, временное, точнее, выживание. Ну что, попробуем, рискнем еще разок. Так, сарделька, вострозуб и водорез. Может быть, вместо водореза... Нет, я все-таки его оставлю. Или поменять. Фиг с ним, поехали. Ничего, как говорится, не изменишь уже. Ну, постараемся, по крайней мере. А вдруг получится у нас с тобой здесь пройти, а? Поначалу все легко, на последних уровнях мы с тобой сдуваемся. Ух ты, смотри-ка, у меня есть одна еда и одно пополнение энергии. Слушай, ну это хорошо, может быть, сможем как-нибудь пройти. Каким-то чудом.
Ладно, пока бомбим здесь всех налево и направо. Здесь никаких проблем у нас с тобой не возникнет. Потому что это только начало. Так, по-моему, слишком громко. Надо немножко, наверное, понизить уровень громкости нам. Ну что ты там, давай, 5-го уровня. Так. Блин, не добили, чуть-чуть, а. Все. Ну что, переходим с тобой на 2-ю волну. Так, он сейчас будет ходить первым. Уклонение у нас. Ну что, будем блокировать или... Да можно, в принципе, и так сделать. Ну, что-то там навострил. Да ё-моё, уклонение срабатывает. Ладно, тогда давай застанем. Точнее, даже уничтожим. Остается один пройдоха. Так. Если сейчас опять, друзья мои, начнется вот такая вот фигня, как в прошлой серии у нас, да, что они смогут по 2 раза ходить заход, я тогда не знаю, что сделаю. Так, пока он встанет, добиваем. Ну что, волна 3-я у нас. Противников по-прежнему 2. Так, нам нужно, знаешь, что сделать с тобой? Хильнуться. Чуть-чуть, но надо. Хотя, подожди-ка. Нет, надо все-таки. Давай сделаем усиление атаки. Сейчас под усиленной атакой мы с тобой попробуем их ушатать. Да что ты будешь делать? Как они меня запарили с этим уклонением со своим, а? Так, лечимся. Нормуль. Ну что ты там забрыкался, задергался, а? Сделаем, наверное, вот так вот. Все. Поджог сделал, а? Ты посмотри. Раз, два. Так, ударчик. Обычный удар. Надо будет еще хильнуться. Хотя водорез может сам себя захилять. Да, ребята. Он сам себя может хилять, так что ничего страшного. Так, ну что, 4-я, да, волна у нас. Уже 3. Угу. Уже нас тут 3. Так, ну что, попробуем. Начнем с этого. Попали. Немножко хильнулись. Так, вот броня, вот видишь, броню понизили. Вот это вот самое бесявое. Отлично, хоть попал, главное. Так, а добить не добили. Но у них энергии пока мало, они ничего тут не смогут сделать, да? Супер-пуперского. Так, добиваем этого. Ага. Тихо-тихо-тихо, что-то тут намечается плохое, я чувствую. Усиливаемся, это раз, и начинаем бомбить. Так, надо будет отхиляться. Слушай, я, наверное, не буду пока тратить. Сделаем массовый хил с тобой. Вот, блин, да не сейчас. А вот сейчас. Опа. Так, неплохо, неплохо. Так, что он будет делать? Да ты запарил, а? Ты просто уже запарил. Хиляемся, еще раз хиляемся, конечно же. Так, водорез. Водорезу пока ничего не будем делать. Просто заблокируем, да и все. Так, мы его запечатали, он будет только кусать. Угу. Чуть-чуть не хватило добить. Замечательно. Ну что, ребята, предпоследняя волна, вот они, 3 громозеки эти, а? Начинается. Так, вот я думаю, что нам сделать с тобой? Блокировать, наверное, да, в первую очередь? Поехали. Я все-таки буду, друзья мои, блокировать их. Сарделька, держись. Этот, что сейчас будет делать, кусает. Этого будем... Да блин, опять уклонение, а? Ну что за дела, а? Так, 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 тихо, не надо тут буянить. Промахнулся, и это хорошо. Добиваем с тобой эту громозеку. Фух. Так, у него 3 энергии, 4, это плохо.
Так, сарделька, я надеюсь, ты у меня выдержишь натиск, потому что у тебя пониженная защита. Мне бы тебя заблокировать бы, а? Так, отлично, попробуем. Да кот! Что? Сейчас у... Все. Вот опять очередная моя, друзья, ошибка. Вот как я теперь буду, а? Без сардельки побеждать здесь, я не знаю. А ведь как-то надо. Почему вот вместо этого удара он просто сделал плевок, а? Вот объясни мне. Трындец, конечно. Ладно. Боремся до последнего. Так, добиваем. Фу, слушай, может быть, все-таки сможем выиграть здесь, а? Вдруг получится. Но для этого нам с тобой, знаешь, что придется сделать? Применять лечение. Именно, да-да, именно им. Именно лечиться. А этим просто бомбить. Надо было, наверное, грушу потратить. Хотя, подожди, все и так хорошо. Понижаем броню. Так, бомбим. Он пока ничего не сможет сделать, да? Серьезного нам. Выстрел. Твою ж налево, хиляемся. И нет, не добиваем. Блин, броня понижена, офигеть как. Ну, другого варианта не было. Так, слушайте, последняя волна, ребята. 10 уровни, ну ты сам понимаешь, сейчас будет труба. Просто труба. Во-первых, надо что нам сделать с тобой? Захиляться, это раз. Так, дальше мы с тобой сделаем. Заглушить вот этого, наверное, да? Давай вот этого заглушим, попробуем. Попал, по крайней мере. Так, а вот этим будем. А что нам сделать? Ну, я восстановлю всю энергию. Предположим, да? Давай бомбанем. Бумс. Кусает, а? Посмотри, что делает. Так, еще разок заблокируем. Есть. Блин, понизили броню мне, а. Лишь бы он ничего не сделал. Твою же налево. Ты посмотри, что происходит. Я могу его так добить. Нет, родной мой, держись. Ты мне здесь очень сильно нужен. Понимаешь, что только лучше сделать-то нам, если я хильнусь. А почему так мало здоровья восстановили, а? О, еще и пониженная атака. Еще и пониженная атака. Ну вот как это называется, ребята? У него было полностью здоровье, а? Ну как он вас... Как он смог уничтожить его? Объясни мне. Вот водореза просто с одного удара уничтожил. Ну это трындец, ребят. Смотри, что он делает, а? В общем, не хватает у меня ни энергии, ни груш, чтобы я мог себе восстанавливать здоровье, да? Восстанавливать энергию. Из-за этого фейлимся. Ну, я попытался, по крайней мере. Опять же, на последней волне сфейлился. Ну, как говорится, с кем не бывает. Все, что-то происходит впервые. Я, наверное, все-таки в следующий раз уберу, наверное, водореза и поставлю ветрокрыла и, возможно, скалотряса. Мне кажется, с ними будет поэффективнее война. Да? Кстати, мы можем сейчас... Нет, сейчас я не хочу уже пробовать. Я уже немножко... расстроен, мне нужно на ком-то отыграться. И кто-то это, наверное, будет. Почему они перестали добывать? Добывать, я вам говорю, нет, они стоят. Прохлаждаются, понимаешь ли. Так, за бревнами. Ты за рыбой. Ты у нас за бревнами лети. Ты тоже. Не хочешь, да, бревна таскать? Ладно, а ты? А, подожди, у нас нет места с тобой. Этот тоже уже прохлаждается. За рыбой вперед. Так, ты у нас полетишь тоже за рыбой. 186, блин, мне бы столько бревен, было бы круто. Да, если бы у нас было. Так, кто у нас тут? Вернись-ка обратно. Дай-ка я вон того лучше отправлю. Он побольше приносит. И древоруба вернем. А вот этого отправим, все. Ну что, самое время отправляться нам с тобой на турнир, на арену.
Так, а, у нас задание же еще. Точно, сейчас быстренько с тобой получим выигрыш. Ну-ка, крутим и смотрим, что нам с тобой выпадет. Дай мне... Опять это шестеренка, а? Лучше бы дали мне руну. Да, катапульту мы, кстати, с тобой улучшили. Вот оно что. Победа над флотом уровня 30. Даже так? Но этих, естественно, мы с тобой отправляем еще раз в путешествие. Пускай летят. А здесь нам что, интересно, выпадет? Да здесь без разницы, тут все ерунда на самом-то деле. Ну, лучше клык, конечно, пускай, да? А мне выпадает янтарь. 62 штуки. Только мы против всего мира. Ага, я завершил приключение Астрид и Грамгильды и получаю пак. Героиня викингов Астрид возвращается. Ну, как прошло твое одинокое путешествие? Хм, одинокое? Я была не одна, со мной была Грамгильда. Ага, 6 монет Одина. И что же тут? Громель, кревет, вострозуб и ресурсы. Блин, друзья мои, всего 2 руны. Не хватает. Где, блин, мне эти руны взять, а? Хотя я, кажется, знаю где. Я же могу лес. Лес или камень, или лес. Что-нибудь такое подпилить, подрубить. Ну-ка, давай посмотрим. Так, необходимо. А вот это вот можно убрать? Да, во. Блин, тут не дали мне руну, к сожалению. Слушай, а где следующий мост будет у нас? На строительство, чтобы перейти на другую местность, а? Блин, а про этого-то я совсем забыл своего. Разнокрыло. Пускай идет. Тренируется, что ли? Так, ладно, мы его отправили на тренировку. Теперь этот у меня стоит, тут прохлаждается. Давай-ка. Не получается, да? Ну, пускай. Давай покормим. Так, и пускай летит, обучается. Все, вроде бы пока, да? Тут у нас что-то выполнено. Янтарь. А мне бы вот отправить Беззубика в путешествие. Вот, кстати, мы с тобой и наберем необходимое количество рун. Так, куда я нажал-то, елки-палки? В путешествие. Так, можно обучить, но мы его на поиски. На поиски. А вот этого вот Хакату. Пускай летит. Все. Счастливого полета. А мы с тобой забираем 5 рун. И, друзья мои, покупаем с вами дракона. Так, где же он у нас? Вот тут вот. В магазин. Да, купить. Так, приобретите криволыка где-то там в пещере драконей. Вот он. Разместить. Ну вот здесь мы его поставим. Забрать 150 рун. Так, улучшите мой дом, чтобы мы с кривоклыком могли отправиться в приключение. Ну давай, 8000 бревен, это ерунда. Так, и что теперь вы... А, нужно уровень 6 вам сделать. Блин, я только 3 уровень сделал ему. Как тебя величать? Кривоклык, подожди-ка. А вот это у меня разве не из того же? А, это разнокрыл. Блин. Как все тут по-хитрому. А в академке у меня уже обучение происходит, да? И отменить я не могу. Могу ускорить. Ну давай ускорим, фиг с ним. Пускай этот возвращается, а мы с тобой... А, где он? А мы вот этого с тобой отправим на обучение. Сколько? 11. 11 рун. Фиг с ним, давай ускорим быстренько. Новая способность. Кормим. Ну вот, ребят, теперь мы можем отправлять его в путешествие. В приключение, да? Так, пограничная пещера. Пускай, короче, летит. Замечательно. Так, здесь у нас еще выполнено задание несколько. Так, победите дракона в схватке, это мы сделаем. Так, в защите, кстати, Олуха надо будет поприсутствовать.
Так, давай, давай мы с тобой, наверное, попробуем защитить наш олух. Где он? Вот, оборона. Даже не могу определиться, что мне больше нравится в налетах на олух. Отбирать у них запасы или выставлять их вождя слабаком. Хорошо, что мне не приходится выбирать. Да, так, 11 уровень типа у нас, да, с тобой? Разбить вражеский флот. Ой-ой-ой, ну что, я не знаю, кого нам тут лучше взять-то. Давай попробуем так сделать. Так. И... кого бы еще-то нам с тобой здесь? Может быть, древоруба? Посмотрим. А ну-ка, ёпарстая, нифига тут у них флот шпарит на меня. Ну что, погнали. Посмотрим, насколько мы тут будем с тобой сильны. Так, вот эти вот мелкие, наверное, нужно нам поуничтожать сразу же, да? Чтобы они тут не мешались. Окей. Ну куда ты переключился-то, дурень? Ай, что же он делает, а? Помогал бы мне лучше вот эти вот бомбить корабли, а он на флагмана сразу поехал. Ну и все остальные тоже туда переключились. Слушай, интересно, нет, мы не получим с тобой 3 ключа, максимум 2. Да и то, если мы с тобой уничтожим. Хотя по нам не идет стрельба, да? Не идет. Мы уничтожим с тобой этот корабль. Но ключ мы сейчас с тобой потеряем, один. Да и фиг с ним, в принципе. Друзья мои, ключи здесь не актуально. Главное, чтобы вообще победили. Если сможем победить, то будет классно. Я не понимаю, для чего мы только с собой катапульты улучшали. Типа вот это вот, да, стало бить серьезней, посильнее. Ну, не увидел я особого тут результата. И... да, победа за нами. Ну, неплохо, я тебе скажу. 2 ключика всего лишь зарабатываем. Заберите награды. Да были бы тут еще награды путевые. А, шестеренки. Ну, хорошо, тут тоже были шестеренки. Но мы получили 4 штуки. Мне кажется, все эти налеты огорчают сардельку. Она нежное создание, а не боец. Что-то не похоже, рыбинок. Сарделька зажигает в налетах вовсю. И очень неплохо зажигает. Хм, похоже, она не только нежное создание, но еще и боец. Это мне в ней нравится. Она такая... многогранная личность. То не боец, то боец. Ты определись уже, рыбий ног. Ну что же, вроде бы мы с тобой здесь по заданиям все выполнили. Остается нам что? Идти на арену. Нам нужно с тобой на арене, я не знаю сколько. А, аренка-то у нас с тобой еще пока закрыта. Через сколько там? 1 час 12 минут откроется. Очень долгий был такой откат. А что же я тогда могу здесь сделать? А по-моему ничего. Ну, посмотрим, что у нас тут по конфеткам. 935. Приобрести я, ну, понятное дело, ничего не могу. Слишком дорого. А вот по монеткам Одина что-нибудь можно взять? Грязелуш. Остался один. 490 он стоит. А что вот тут вот можно приобрести? Ох, ё-моё. Ну, шанс, конечно, получить маленький. Карта. Блин, может рискнуть, а, ребят? Я рискую. Была не была. Ох, нифига, рун дали сразу. Ничего себе. У-у-у. Постигло-то, друзья мои. Какой-то мне выпал. Ху-ху. Постиглот. Разместить. Ну, конечно, разместить. Куда бы его... эх, сюда не помещается. Ну-ка, постиглот. Давай мы посмотрим.
Как ты там выглядишь? Он такой вот шитик. Так, я хотел, знаешь, что глянуть? Так, подстегло, подстегло, подожди. Да ебарсоте. Кто ты такой? Для взлета, набора скорости и даже полета по прямой траектории этот дракон выпускает струю газа позади себя. Наверное, не стоит говорить, что к постеглоту лучше сзади не подкрадываться. Понятно. Так, класс дракона Кочегар, стая шутники Локки. От этого дракона лучше держаться подальше в бою. Хотя его кислотные атаки наносят высокий урон врагам, союзники могут пострадать от вылетающего сзади потока газа. Хм. Интересно. Очень интересно. Ну что, когда у нас с тобой откроется арена, если можно будет потом еще брать туда этого постеглота, мы обязательно с тобой протестим его. Да? Опять они все стоят, ничего не делают. Да что ты будешь с ними делать, а? Так, ну что, дорогие друзья, пока я больше здесь сделать ничего не могу. Будем с вами закругляться. Ну, обязательно продолжим уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.